Хотел бы сегодня поделиться некоторыми мыслями, и хочу, чтобы вы сразу как бы поняли, что это просто мысли вслух. Не судите строго, я именно размышляю. Я не утверждаю, что это все истина в последней инстанции. Это размышление над Словом Божьим, и над жизнью, которую мы проживаем, над теми ситуациями, в которых мы оказываемся. И сегодня я бы хотел поговорить э, вот в контексте отсчета дней Амера на такую интересную тему ⁇ рождение свыше. Просто изучая материалы по этому вопросу, я для себя что-то начал открывать. И честно, мне это очень интересно, потому что, ну, скажем так, вопрос рождения свыше ⁇ это тайна, это большая тайна для человека. У меня есть один друг, с которым мы периодически встречаемся. Он старше меня на 8 лет. Он уже много лет. Ищет Бога, но Он не воцерковлен. И мы с ним периодически встречаемся, общаемся, и Он мне задает вопросы. Иногда такие вопросы, которым я очень удивляюсь, я понимаю, что это не могут быть вопросы просто от человеческого разума. Бог вкладывает в его сердце эти вопросы. И вот один из таких вопросов он мне периодически задает, спрашивает меня: вот я читаю в Писании, что Иешуа говорил, что надобно вам родиться свыше. Он говорит, вот я хочу родиться свыше. Что мне для этого сделать? И вы знаете, я всегда, размышляя на эту тему и беседуя с ним, я всегда проводил жесткую привязку рождения свыше к рождению в этот мир, рождению по плоти. Ну, собственно, Ишуа говорил, рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. И проводя вот эту жесткую привязку, я никак не мог вырваться из этой такой вот как бы идейной ловушки. Я ему говорил, ну вот скажи, пожалуйста, что ты мог сделать своим родителям для того, чтобы они тебя захотели зачать и родить? Ничего. Вот точно так же ты ничего не можешь сделать для того, чтобы Бог тебя родил. Но вы знаете, изучая материалы по Песаху, по отчету дне мэра, шавоту, именно еврейские материалы. Я увидел одну очень интересную идею. Значит, э, еврейские мудрецы говорят, что выход из Египта это было рождение народа. В других комментариях те же еврейские мудрецы говорят, что получение Торы у горы Синай это было рождением народа вопрос так что же было рождением народа выход из египта или э, получение торы и вы знаете продолжая изучать этот вопрос для себя я увидел что речь идет о разных рождениях Рождение, физ, скажем так, физическая свобода, выход из Египта ⁇ это первый песах, который произошел в истории Земли, в истории народа Божьего, освобождение из Египта от рабства фараона. И это физическая свобода. А у горы Синай народ получал духовную свободу. То есть, другими словами, из Египта можно было выйти, получив физическую свободу, но духовную свободу так и не получить. Но получал духовную свободу только тот, кто принимал на себя э, иго рабства Божьего. То есть, другими словами, Бог освободил от рабства фараону для того, чтобы народ был его рабами, чтобы Израиль был его рабом. И вот размышляя в контексте рождения свыше, вот обо всем этом, я вспомнил, естественно, Евангелие от Иоанна, где Никодим приходит к Ишо и говорит, что мы знаем, что ты учитель от Бога. Кстати, вот интересный момент, он говорит, мы знаем. То есть он выражал не только свою точку зрения, он выражал точку зрения некоторой группы людей, с которыми он имел общение. А мы должны помнить, что он был членом Синедриона. Поэтому говорить о том, что э, вся еврейская верхушка того времени однозначно отвергла Ишуа, это уже будет как минимум неправдой. Потому что он говорит, мы знаем, что ты учитель от Бога. Иначе, если бы не было с тобой Бога, ты бы не мог творить таких чудес. А Ишуа, он как будто не слышит этой фразы и говорит... Надобно вам родиться свыше. Никодим удивляется, как это, я, будучи стар, могу обратно войти в утробу матери, чтобы родиться. Вот интересна реакция Ишуа: он в ответ как бы тоже удивляется и выражает свое удивление в таких словах: Ты учитель Израиля, и этого ли не знаешь. Из этих слов я делаю интересный вывод. Если человек был, старейшиной народа, членом Синедриона. Он отлично разбирался в Писаниях. Он, с точки зрения Ишуа, должен был знать, что такое рождение свыше. Вот вы знаете, честно говоря, вот за 20-летний стаж верующего, э, я перечитал много разной литературы, там, и православную, и католическую читал, ну, скажем так, не так много, как протестантскую. И у меня сложилось впечатление, что о рождении свыше все-таки больше говорят протестанты. В православии в массах это как-то не обсуждается в интеллигентских кругах обсуждается, но это, скажем так, небольшие вкрапления, но это, опять же, я говорю, это мой взгляд, я не говорю, что я изучил всю литературу и католическую, и православную, просто вот у меня сложилось такое впечатление, может, потому что я в основном общаюсь именно в протестантских кругах, так вот, протестантизм говорит об этом много и смачно, но... При всем при этом, Протестантизм рассматривает рождение свыше как некое таинство, как некое сверхъестественное событие в жизни человека, на которое сам человек в принципе влияния никакого не может иметь. Но вот вы знаете, вот в контексте физической свободы и духовной свободы, Опять же, вспоминаем интересную дискуссию Ишуа с учителями, с израильскими учителями, со своими учениками. То есть он общался с народами, там были люди из разных групп, и Амхарец, то есть это люди простые, не очень следующие в Торе, скажем так, и были учителя, которые постоянно пребывали в изучении Торы, в размышлении, в дискуссиях. Так вот, Ишо говорит такую интересную вещь. Он говорит, если прибудете в Слове Моем, и Слово Мое прибудет в вас, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. А и здесь сделаем небольшую паузу для того, чтобы поразмышлять. Получается, что если мы прибиваем в его слове, а Тора весь Танах, собственно, на тот момент весь Танах, Нового Завета как текста еще не существовало, мы должны это понимать. То есть тот, кто пребывает в Танахе, и Танах пребывает в нем, то есть человек не просто его изучает, но и исполняет, он истинно ученик Ишуа. И пребывая в таком состоянии всегда, он, собственно говоря, познает истину, а познав истину, обретает некую свободу. Дальше мы видим, что, собственно, вот в контексте этой беседы, э, значит, учителя говорят, мы не, а и говорит такую фразу: "Делающий грех есть раб греха, и никто не может освободиться, если не освободит его сын человеческий". И учителя говорят, мы никогда не были рабами никому. Но нужно понимать, что это говорилось тогда, когда Иудея находилась под римским владычеством. То есть, в принципе, на тот момент физически они были рабами, но они говорят, мы рабами не были никогда никому. Мы делаем вывод, что они говорят не о физическом рабстве, а о духовном. То есть, э, точнее, о духовной свободе, о духовном рабстве. С их точки зрения владение Торой и жизнь по Торе дает духовную свободу. И еврейский комментарий так и говорит, что чей народ, выйдя из Египта, обрел физическую свободу, придя к горе Синай, вступив в завет со Всевышним, получив Тору, обретает духовную свободу. Но Ишу расставляет некоторые акценты. Получается, что имея свободу, мы должны познать истину, которая сделает нас свободными. И дальше он говорит, что никто не может получить эту свободу, как только из рук самого Сына Человеческого, то есть Господа Ишуа Мессии. Значит, получается, если мы поразмышляем, что есть разные этапы свободы, и через эти разные этапы, как по ступенькам Всевышний, все ближе и ближе поднимает нас к себе. Сначала мы рождаемся в этот мир, ну и, собственно говоря, мы ничего не знаем. Мы начинаем познавать окружающий мир, мы узнаем о том, что есть Бог, который сотворил этот мир, но мы еще не имеем с ним никаких взаимоотношений. В какой-то момент мы узнаем, что Бог оказывается не только на небесах, но можно с ним иметь отношения здесь, на земле. И мы вступаем с ним в эти взаимоотношения, и в рамках Нового Завета эти взаимоотношения через Ишуа Мессию заключаются. И заключаясь, входя в этот Завет, мы обретаем Духа Святого, и Бог поселяется внутри нас. Земля небеса внутри меня, и я становлюсь одно с Богом. И таким образом я обретаю духовную свободу. Но что же э, Новый Завет говорит? Новый Завет говорит, что мы, э, будучи рождены свыше, не можем грешить, но при всем при этом все мы много согрешаем. Но есть ходатай, если мы исповедуем грехи свои, то он, будучи верен и праведен, простит нам. Теперь давайте попробуем как-то вот всю эту, э, все эти пазлы сложить воедино. Получается, что еврейский народ обрел физическую свободу, выйдя из Египта, э, Дни отсчета Амера, это, собственно говоря, э, видя величие Божье, осознавая связь с Ним, мы движемся к какой-то цели, в результате которой мы встречаемся с Ним так сказать, лицом к лицу, и получаем духовную свободу. Это нам очень напоминает, собственно, новозаветние взаимоотношения. Ишуа родился во плоти для того, чтобы явить нам Отца, как написано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, встречаясь с Ишуа лицом к лицу, мы, собственно говоря, делаем для себя выбор войти с ним в заветные отношения или не войти. И когда мы входим с ним в заветные отношения, он дает нам Духа Своего Святого, благодаря чему мы становимся детьми Божьими, и в нас уже Божья природа. И при всем при этом, оказывается, мы таки можем согрешать. То есть, собственно, наше состояние ничем не отличается от состояния тех людей, которые жили в соответствии с Синайским договором, за исключением того, что у нас все-таки есть Дух Святой. То есть, получается, свобода Нового Завета, она выше свободы Синайского договора, хотя и то, и другое — духовная свобода. И Писание говорит, что через Ишуа мы приняли благодать на благодать. Закон через Маше — это благодать, и... Новый Завет Вишуа это еще большая благодать, возрастающая свобода. Теперь по поводу того, что же такое все-таки рождение свыше, и может ли человек каким-то образом поспособствовать, посодействовать тому, так сказать, чтобы родиться свыше. Если мы понимаем, что в рамках Нового Завета рождение свыше – это Дух Святой поселяется внутри человека, и благодаря этому действию, суверенному действию Божью человек становится Детем Божьим, и мы это называем рождением свыше, то как бы квинтэссенция этого – Дух Святой во мне. Вопрос – могу ли я получить Духа Святого по своей воле? Ишуа говорит, если даже вы, будучи злы, умеете даяние добрые детям своим давать, тем более даст Отец ваш Небесный Духа просящему. Вы знаете, удивительная вещь. Получается, что мы, пока мы не рождены свыше, мы, осознав необходимость рождения свыше, через исследование Писания, через взаимоотношения с Богом в какой-то момент осознаем, что мы хотим родиться свыше, мы можем обратиться к Богу и попросить Его. Тут нужно понимать, что когда мы рождаемся физически, собственно говоря, это факт, это данность, на которую мы повлиять не могли. Но между физическим и духовным рождением, есть промежуток. И это время, это как раз таки вот отсчет дней Омера. Это время, которое призвано нас чему-то научить, призвано показать, что мы в этом мире не хозяева, что есть Господь, и мы нуждаемся в Нем, и мы желаем встречи с Ним для того, чтобы войти в какие-то новые для нас взаимоотношения, которые прежде нам были неведомы. И когда мы встречаемся с Богом, мы говорим «Господь, я хочу быть Твоим ребенком». Вы знаете, тут уместно, наверное, вспомнить один интересный э, раввинистический комментарий по поводу вот этой вот интересной фразы в книге «Берешит бытие» «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Значит, христианский комментарий говорит, что Бог, Элогим – Три личности ведут беседу между собой и говорят, а давайте-ка мы сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Понятно, что иудаизм не заходит так далеко, будучи э, в рамках своего представления о Боге, но интересен комментарий иудейский на эту тему. Бог как бы обращается к человеку, которого еще не сотворил, и как бы говорит человек, а давай-ка мы из тебя сделаем такого, как я. Хочешь ли ты быть похожим на меня? Я могу это сделать. Знаете, можно сказать, бредовый комментарий, как можно говорить с тем, кого нет. Но у меня тогда возникает вопрос, а как Бог мог нас познать, пока мы еще не родились? А как Ишо мог быть агнцем, закланным от создания мира, когда еще ни одного грешника даже не существовало? Если мы смотрим на это с точки зрения вот наших пространственно-временных координат, наш взгляд, он очень и очень ограничен. Но если смотреть на эти вопросы с точки зрения Бога, который в вечности, то, безусловно, это совершенно другая картина. И для Бога нет ничего невозможного. И я думаю, что Он всегда имел в своем сердце желание, чтобы человек вступал в добровольное сотрудничество с ним и участвовал во всем, что он делает. И вы знаете, это на самом деле очень интересно и увлекательно быть сотрудником владыки Вселенной, быть его правой рукой на этой земле и делать то, что он делает, быть направляемым его духом и приносить эту радость, приносить эту жизнь, которую он имеет для этого мира. Поэтому, как резюме из всего вышесказанного, действительно, рождение свыше – это таинство, которое зависит только от Бога. Но это, как и всегда, вот когда мы имеем с Богом, это парадокс. Это как предопределенности свобода выбора. Все предопределено, но свобода выбора есть. Это так же, как и спасение. Мы спасены, но мы совершаем свое спасение. Это так же, как с Царством Божьим. Оно уже здесь, но оно еще грядет. То же самое с рождением свыше. Мы рождены свыше, но нам надобно родиться свыше. То есть нам предстоит встреча лицом к лицу с Господом. И вот этот путь... От Песаха до Шавуота, который произошел однажды в истории, произошел дважды в истории, он произойдет еще, еще раз. То есть мы сейчас от Песаха к Шавуоту движемся для того, чтобы скинуть свои телесные оболочки и получить полную свободу в духе, в душе и теле, обретя новые тела, подобно тому, в котором сейчас пребывает Господь Ишуа Мессия, Одесную Отца на небесах. То есть мы можем участвовать в этом процессе, мы можем просить Бога о том, чтобы Он, наделял, чтобы Он наделил нас Духом Своим Святым, чтобы Дух Святой вселился внутри нас и жил в нас и ходил в нас. И мы должны Его приглашать каждый день. Мы должны призывать Его каждый день, наполняться им каждый день для того, чтобы действительно жить в Его полноте. И тогда Божьи чудеса будут происходить в нашей жизни каждый день. И я хочу сейчас помолиться о том, чтобы это слово, оно вот действительно ожило в наших сердцах, и чтобы мы в Писании увидели вот те моменты, о которых я сегодня говорил, чтобы Дух Святой оживлял это слово в нас чтобы это становилось реальностью, чтобы это не оставалось виртуальной реальностью в какой-то области нашего сознания, к которой мы могли бы обращаться или не обращаться, но чтобы это стало нашей жизнью, дорогой Господь, Бог наш и Царь наш, мы благословляем твое святое имя и мы благодарим тебя за твое слово, мы благодарим тебя за твоего Сына. Мы благодарим Тебя за Твои праздники, которые Ты даровал нам для того, чтобы мы через них познавали Тебя, познавали Твою волю для себя. И через это все больше и больше приближались к Тебе. Через это все больше и больше поднимались на более высокий уровень свободы. Свободы рабов Божьих для прославления Твоего имени, для служения Тебе и Твоему народу. Я прошу тебя, Господь, сделай это слово реальностью для каждого человека, который это слушает, чтобы это слово получило распространение, и чтобы люди возжаждали стать твоими детьми, чтобы люди возжаждали быть твоими детьми, достойными, носящими это звание и являющимися ими, Господь. И да прославится имя твое через все то, что ты делаешь в нас, в наших жизнях и в наших сердцах. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Vai ver aqui. Amém.